хрена подписчиков, я с него песни учил. Здравствуй, небо, в облака. Ну, дрочер — это будущий гитарист. Ее бокал полный соль. Чё за пранк? Холодный ветер. Тройной шпагат. У тебя будет зубник завтра? Ты как-то страшно поешь. А чё меня все приглашают? Не переживай. Ребят, всем большой привет. Меня зовут Раиль, это Хижина Музыканта. Желаю вам только хорошего настроения и позитива, ведь сегодня будет самый классный выпуск чат-рулетки на моем канале, в котором я буду притворяться, что не умею петь, то есть буду новичком по вокалу, а спустя время удивлять собеседников классным исполнением песни. Все, что от вас требуется, это поставить лайк, написать вообще любой комментарий, хоть китайскую мудрость, и подписаться на канал. Идем к 1 000 000 подписчиков, осталось совсем чуть-чуть. Взгляните вот на это видео, которое вышло на моем канале 26 мая. Уже в этом видео я притворяюсь, что не умею петь, то есть делаю это раньше, чем остальные блогеры. Я так привыкла жить одним тобой. Пару дней назад я поменял название, чтобы показать вот оно, самое первое видео этой рубрики, чтобы остальные не врали. Название, кстати, взял у Акстара. Я играю в гадалку, типа у меня здесь зеркало, типа шар. А, давай погадай мне. Давай, покажи руку. Близко, вот так вот. Вот так? Я вижу, у тебя будет дорога дальняя завтра. Знаешь, куда? Куда? Назови букву любую одну. Ж. Жопу. А! Почему такая сложная буква? Ладно, давай З. Завтра будет забив совниками. А что, блин, брат? За садиком, готовься. Вижу, ты гитарист, оказывается, да? Ну... Любишь оранжевый цвет? Откуда у тебя ты есть знаешь? Кресло. Какая ты догадливая, а? Так я же гадалка. Да, неплохие у тебя данные. Это моя собака. Помощница гадалки. Вот. А, учится, да, тоже? Ну да. Да. Неплохая. Передаем такая наш дар из поколения в поколение. И пьем чай. Давай песню про гадалку. Давай песня это про гадалку. Сейчас какую-нибудь. Какую обычно поем? Здравствуй, небо в облаках, давай. Знаешь такую? Кажется, да. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность вся богам. Пропади, моя тоска. Вот он я, привет, войска. Эх, рельсы, поезда, как я попал сюда. Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке. Жизнь снаружи и с изнанки, сам попробуй изучи. Для печали нет причин. Красиво поёшь. Шикарно, мне очень рад. Отлично, спасибо. А чё у вас? Ты занимаешься пением или... Ну, сам по себе, да, никто меня не учит. А сам? Самоучка? Вообще идеально. Да. Вам да. Спасибо. А чё, вы гитаристов не встречали, что ли, здесь? Встречаю. Ой, очень много. Часто. Ой, развелось их. У тебя голос самый сильный, мне кажется, всех, кто мы встречали. Да. Привет. Кукусики. Вау, что за голос. Давай еще. Чё еще? Ты знаешь, на чей голос твой голос смахивает? Мейбл? Да? Ты не первый человек, который так говорит. Ну, на самом деле, я хотел сказать на зайчонка из «Ну, погоди». Ой! Расскажи, Снегурочка, где я была? Блин, я пыталась его раньше копировать, но у меня что-то не выходило. То есть у него были такой высокий голос. Такой звонкий, да? Прикольно. Слушай, а ты какие-нибудь песни любишь? Я меломан. Вау. Я просто, знаешь, учусь играть. Ой, блин, стрёмно, я только начал учиться играть. Давай, ты сможешь, я тебе верю. А какую песню хотел бы услышать? Ой, ну, допустим, сейчас, «Поболело и прошло». А-а-а. Да, да подальше все пошло, поболело и прошло. Да, понял. Ча, подожди, я кур. Да, подальше все пошло, поболело и прошло. К
кто расскажет о любви, в которой прячется тепло. Ой, как меня бесит, это не получается нифига. Склебал это дело. Не переживай. Ненавижу. Минус Майка. Прости, я это психанул. Да чё ты это, зачем? Ты порвал. Не получается. Да нормально. Вот я расстроился, вот не получается. Ну попробуй еще, может получится. Ну давай. Блин, жалко, да, футболка? Хотя она старая была. Ну, блин. Можно мне телефон перезагрузить? Один момент. Давай, а, да. Я все, типа, оделся, подожди. Все, я оделся. Привет. Сейчас попробуй, подожди. Давай, ты сможешь. Только гитару, пожалуйста, не поломай. Хорошо. Так, надо громко, да? Сейчас. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в конторе прячется тепло. Где обиды, а где боль, все пройдет само собой. Как на рану сыпать соль, ведь ранила меня стрельбой. Ранила меня. Вау, да? Чего? Чё за пранк? Почему? Как это вообще работает? Охренеть! Я психанул и, блин, получилось. Вообще, чё? У меня мозги не переваривают. Блин, мне кажется, тебе коучем надо работать. Ты так вдохновляешь людей, что все получается. Я буду снимать озвучки аниме, возможно. Но это еще не точно. Вау. Это прям очень классная цель. А ты всегда так... Это твой голос, ты так говоришь всегда, да? Нет, это я такое делаю. Я просто практикую, чтобы в аниме можно было именно таким озвучивать. А так мой голос вот такой. Ой, подожди. Ну, такой голос мой. Ну, вот такой у меня голос настоящий. Ребята, если и у вас наконец-то возникло желание научиться играть и петь под гитару, ведь это классно, хороший способ познакомиться с девчонками, стать душой компании и вообще классно провести время, исполнять любимые песни, то предлагаю вам пройти мои видеокурсы по гитаре и по вокалу, которые находятся в описании под видео. В этих видеокурсах я делюсь всеми своими знаниями, фишками, навыками, так что спускайтесь, изучайте. А чё меня все прогрессают, не пойму. Это Ваня! Нет! В смысле? Охренеть! Я тебя знаю! Чего? Охренеть! Я у тебя видос... Я у тебя учила песни с гитары, я тебя знаю! Охренеть, девочки, снимайте! Ты суперзвезда теперь! Охренеть! У него до хрена подписчиков, я с него песни учила! Мать, девочки, я в шоке! Мне осталось вот столечко, и у меня будет 1 000 000 подписчиков на ютубе. Охренеть, я на тебя подписана. Охренеть. Вот. Жесть. Всей хаты подпишитесь, больше станет народу. Привет. Они подпишутся, я их подпишу. Привет. Чё будем петь? Что будем петь, девочки? Что ты хочешь петь, то и пой. Он все может петь. А вы этот праздник отмечаете, да, какой-то? Типа Рождество? Да, у нее днюха. А, поздравляю. Хорошо, давайте такую песню. Вы ее по-любому знаете. Нажми на play, я сохранил ту ночь, чтобы ты не забывал, какой день провела со мной. Не хотел здесь оставить тебя одну. Думал о тебе, мысли мои заставляют прозреть. Верь мне, в темноте все в моих руках. Ты играешь близко, и я выпиваем быстро. Моя, лови мои искры и сияй, сияй, сияй. Ее бокал полных сон, раскрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой лайп, твой лайп. Ее бокал полный ксор, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой лайк, твой лайк, это твой лайк. Молодцы. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо вам.
Вы танцоры? Танцуете? Да. Да. Синхронно? Конечно. Да. Хип-хоп, что ли, что? Или народные танцы? Нет, современная. Современная хореография. Давай что-нибудь изобразите. Мы можем нашпагать. Это все. Давай. Сейчас будет точно прикольно. Мы обожрались. Да, ну нет. Пошли вдвоем. Пошли. Я вам легче, легче будет сесть. Блин. А вы этот арендуете, что ли, так красиво у вас? Что? Еще раз. Арендуете, что ли, так красиво у вас, говорю? Нет. Она тут живет. Вау, я завидую. О, давай, давай. Тройное просто. Тройной шпагат. Ё-моё. Чуть левее, чуть левее. Во. Классно. Ай, да, я пою песню, а вы показываете движение. Вот этот полунексо, бокал. О, давай, давай. Не... Все, готово? Да, давай. Ее бокал полунексо. Раскрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой лайп, это твой лайп, это твой лайп. Ее бокал полный ксо, раскрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой лайк, это твой лайк, это твой лайк. Еее. Обалдеть, молодцы. А ты будешь выкладывать куда-нибудь? Если хотите, да. Да, хотим. Конечно, хотим. Да, давай. Давай, давай. Ну, этот шикарный танец должны увидеть миллионы. Ну все, смотрите себя в хижине музыканта тогда. Хорошо, спасибо большое, да. Давайте, да, хорошего спасибо праздника. Спасибо за уроки на гитаре, потому что вы лучший. Да, согласна. У вас все получится. Спасибо. Поешь? Да, давай какую-нибудь называй. Батарейку. Батарейка. Батарейку, что ли? Как же там еще? Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном. Ты как-то страшно поешь. Страшно? Не переключай, я. А как петь нормально? Я видел просто одного человека. Батарейка. Я видела одного чувака, который просто прикалывается и поет, ну, некрасиво, а потом нормально начинает петь. Ты один из тех же, да? Нет, ну вот она мне сейчас подсказала, сейчас посмотрим, получится, нет. Чё ты смеешься? Смущаешь меня? Нет, да. Я что сказала? Судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой-ой, батарейка. Круто, круто поешь. Да? Спасибо. Не, она просто подсказала ее до этого. Ну, я просто видел одного чувака, он в ТикТок снимает и на Ютуб, он так же делает. А ты не снимаешь? Не. Или мне тоже начать думать? Начни. Ну, наверное... У тебя там елочка, прикольный стул. Типа все подходит, да? Да. Гитара, прикольная. Под майку подходит. Лучший комплимент за сегодня. Ты чё, вот? Чё ты не поешь? Вот чё я не пою, а? Раиль, хватит, пой уже. Да? Привет. Привет. А ты чё молчишь? Я не знаю, что сказать. Привет скажи. Привет. Вау, привет. Тебе не жарко там? Нет, мы живём на Рижском.
капец холодно. Ну ладно, давайте 5 песен, чтобы еще быстрее согреться. Давай. Называй какую-нибудь любую песню. Давай, думай. Знаешь песню «Девочка в классе»? Ну, давай. «Девочка в классе», знаешь песню? Ну, могу. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Круто! Блин, это очень круто. Спасибо. Че, гитаристов не встречали здесь? Нет. Нет, еще. Угу. Дрочер встречали. Дрочер? Да иди. Ну, дрочеры это будущие гитаристы на самом деле. Просто так быстро играть тоже нужно уметь вот так. Соляк. Поделись инстаграмом хоть. Я могу только номер написать. Я забыла свой инстаграм. Он заблокирован. Ну, напиши. Вау, гитара, прикольно. Умеешь играть на гитаре? Так, чуть-чуть. Сыграй. Чё любите слушать? А чё сыграешь? Мы меломаны. Прям. Ну, давай. Да. Такую вот песню тогда. Леницкого. Пускай за окнами снега, буду помнить всегда о тебе и про тебя, девочка моя. Пускай за окнами снега, буду помнить всегда о тебе и про тебя, девочка моя. Вокруг меня все черно-белое. Больше не под счастьем нету и все перепутали снега и затянулась та зима. Наши с тобою берега в тумане, в городе моих депрессий так безлюдно. Воет вьюга, почему нельзя любить нам обоюдно? Да, очень. Сказал, спасибо. Немного умеешь, это прям вау. Да? Да. Ну, для нас мы вообще не умеем. Ни петь, ни играть. Вам достаточно быть красивыми, и все уж, мне кажется. Ну, с этим тоже не очень. Почему? Мне кажется, все нормально. Тебе кажется. Говори, откуда вы? Интересно знать. Мы из Тюмени. Ой, уфу, я из Тюмени, она. Откуда? Тюмени, Курган. Курган? А, ну прикольно. А ты? Ну, где-то между. Из Казани? Это когда не знаешь географию, нужно так отвечать. Ну, где-то между. Всегда. Вау, если вы играете. Если хочешь, давай себя на всех раздавай. Если ты не мужчина. Если хочешь, давай себя на всех раздавай. Вау, я тоже умею так петь. Если хочешь, давай себе играй. Ну нахер. Раиль, я хочу больше реакций. Где продолжение? Ребята, если вы хотите продолжение, то переходите на мой второй канал. Там вышли неизданные реакции, которые не вошли в этот основной выпуск, потому что здесь только самый сок, самое мясо. Не забывайте, идем к 1 000 000 подписчиков. Каждый подписчик, каждый ваш лайк и комментарий очень важен для меня. Тем более, что это выгодно, ведь я возобновляю розыгрыш своих видеокурсов по гитаре и по вокалу. Все, что нужно сделать, это подписаться, оставить комментарий и поставить лайк этому видео. В следующем видео разыграю 3 видеокурса. Возможно, победителем станешь ты. Погнали!